если бы я не видела это собственными глазами. Ты хочешь сказать? Мой муж думает по-другому. Все об этом знают. И Инос рассудей. Так. Верить всему, что говорят. Меня больше ничего. Привет, чужий. Ты, должно быть, голоден и хочешь пить. Может, тебя заинтересуют мои товары? Меня больше ничего не будет. Открой. У тебя мало шансов. Я знал, что это будет. Мне нужно. Я слышал, что у Баспера, говорят, он платит довольно Что ты? Сейчас у меня мало что есть. Этот черт. Это не удивляет. Только... Я уже подумал. Пока. Я даже не знал об этом. Так может продолжаться вечность. Ты можешь помочь мне попасть в верхний квартал? Я? Нет. Всего несколько людей в нижней части города влиятельны на нас. Матео, мой босс, один из них. Возможно, тебе стоит... Он все время знал... Где? Ты стоишь... А что? Торговцы и мастера-ремесленники здесь, на главной улице. Ты должен попытаться стать с тех пор, как я работаю на Матео. Я бы сделал это по-другому. Не могу поверить в это. Если он этого не видит, я... Эй, ты не... Да, а ты? Я приплыл с материка, но я не... Что? Ими теперь кап... Он пытает, но чтобы вступить... Насколько мне известно, если ты не являешься гражданином города, тип... Это плохой... Что и... Он также занял долг. Если ты нарушил закон в городе, тебе при... Я как-то подрался с одним... Он побеж... И этот пустяк... Хорошо еще, что это... Чем больше людей жалуется... С кем? С парнем по имени Валентино. Он часто ошивается в таверне около храма. Обычно я довольно мирный, но этот урод просто Пока все тихо. Нам остается только ждать. Никто не Убери свои лапы! Интересно. Чем могу? Что ты продаешь? Я могу предложить все, что может понадобиться в твоих... У меня есть очень хороший экземпляр на складе. Двойные усиленные доспехи из кожи... Что ты знаешь о паладинах? С тех пор, как эти ублюдки прибыли в город, у меня от них... Последний раз, когда я шел в верхний квартал, стражник... И? Конечно же, они пропустили меня. Да у меня... А вчера эти ублюдки пришли и конфисковали половину моих товаров. Все, они... Ты... Что? А что тебе нужно? У меня важное сообщение. Так, так... А ты... Я не понимаю, зачем мне даже пытаться. Возможно, ты прав. Я не знаю, насколько важное у тебя сообщение, но даже если ты скажешь им, что корабль, набитый орками, пришвартовал, потому что у них есть приказ. Так ты мог... Похоже, это очень важно для тебя. Вопрос в том, насколько... На что ты намекаешь? Я могу помочь тебе.
Я ведь все же один из самых влиятельных людей здесь. Но это тебе обойдется в... Что ты... 100 золот... Ах ты, шельмец! А чье? В принципе, это мое золото. Грита, но это маленькая вертихвостка. Я хочу, чтобы ты выбил из нее этот дом. Принеси мне... Ведь как... Как именно ты... Это просто. Я использую свое влияние, чтобы, став учеником, ты автоматически станешь... А к любому... Это может один из них... Но ва... Как ты про... Но я... А бы... Я бы взял. Я только недавно взял... А... Возможно. Если я... Покажи. Помоги всем. И он решил встать между двумя братьями, чтобы погасить этот конфликт. Эй! Что тебе нужно, чужеземец? Меня зовут Грита. Меня прислал Матео. Он говорит, что ты задолжала ему. Он хочет получить деньги? За что? То, что он мне прислал, ни на что не годится. А ты видел, какого они цвета? Это не... Послушай, если бы мой муж был жив, он бы... Он был таким хорошим человеком. Красивый, работящий, настоящий джентльмен. Иногда нас даже приглашали в высший свет. На торж... на званые обеды. Нелепыми заявлениями. А что мне теперь делать? Моя пенсия еле позволяет сводить концы. Людям приходится экономить и потуже затягивать пояса. Уже много недель ни один корабль не заходил в город. Из своих долгих плаваний он всегда привозил мне подарки. Большинство даже не слышали о таких вещах. Так назывался этот корабль. Мой муж назвал его так из любви ко мне. Я плакала и молилась, чтобы моему мужу удалось выжить в этой катастрофе. Я надеялась. Я ждала новостей о... Да смилостивится Инос над его душой. Хочет отнять у меня последние сбережения. Пожалуйста, сжалься над бедной женщиной. Он был таким хорошим человеком. Иногда нас даже приглашали на... Хватит. Но у меня нет золота. Ты сделаешь это ради меня? Да, да, не стоит. Возвращайся, когда вернешь деньги, Матео. Нам остается только ждать. Он узнал его не от меня. Вот твой... Ты хочешь заплатить за нее? Хм. Но все же 100 золотых. Ты выполнил... Помоги мне стать учеником. Не волнуйся, я... Другие мастера... Он не может говорить. Не могу поверить в это. Ночи человек и звери начали войну на земле Адонас. Он слушал не тебя. И гнев богов... Эй! Это было очень благородно с твоей стороны заплатить. Вот бутылка вина, которую мой муж, да упокоит Инос его дух. Также я расскажу о тебе всем. Наконец... Да, да, да. Я знаю, где его так и
пока в городе есть такие люди. Судив мудро, сделал это. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Свет был пыткой для Беля. Я не знаю, где его так отделали. С этим уже ничего не поделать. Он узнал это не от меня. Я сам не. Эй! Ах, новое лицо! Сейчас не лучшее время для путешествий. Бандит, каким ветром тебя... Я ищу работу. Ты что-нибудь знаешь о плотнице? Единственное, что я могу получить из дерева, это огонь. А что насчет замков? Ну... Извини, но я не могу взять, и у меня нет денег. А что я... Хорошо, я дам свое одобрение. Но тебе нужно сначала получить... Скажи, ты верующий? Да. Тогда иди к Ватросу. Жрец... Он также подскажет тебе, где найти жреца. А когда ты получишь благословение богов, я проголосую за тебя. Так ты... Какой смысл в хорошем... Я делаю свои собственные замки. Так, по крайней мере, я могу быть уверен, что не делаю сундуки, как плохо сделанный замок легко сломал. Ты можешь? Я не знаю. Боюсь, ты можешь оказаться одним из... Я ничему не буду учить тебя, пока не буду уверен. Эх, лучше не спрашивай. Ты можешь? Хорошо, но они ничем не по... У тебя рак? Да, и совсем недавно. И что случилось? Его имя Элврих. О, я был им очень доволен. Но однажды он просто взял и... И... Что ты... Немного... послал прилив. Это существо бы... Я прошу... Почему я должен дать тебе мое благословение? Я хочу стать очень... Ступай. Это хорошо. Вообще-то... И... Но я уже дал тебе... Ступай, сын. Все об этом знают. Я слышала другое. И заговорил Аданас со своими братьями. Никогда больше не должны выступать на мою землю. Она священна. Да будет так. Эй! Как насчет одобрения, мастер? Ватрос дал тебе благословение? Да. А благословение? Да, получил. Тогда ты получишь и мое благословение. Неважно, какое... Я ничему... Эх. Я ищу работу.
Мне не... Брайан скоро закончит свое обучение, а затем... А ты на что-нибудь годишь? Ну, если ты имеешь в виду, знаю... Нет. Рано или поздно придут орки и возьмут город в кольцо. И тогда в расчет будут приниматься только мужчины спас... А я не хочу, чтобы... Я не никчемный. Это громкие слова. А ты можешь подтвердить их такими же громкими делами? На что ты? Принеси мне оружие. Орков не дам, если тебе удастся завалить одного. Если, конечно, другие мастера. Давай. Что? Можешь. Хорошо. Тогда не трать слова попу. Когда я могу? Не раньше, чем докажешь. Когда? Не могу. Другие мастера могут. Ты забудь об этом. У меня закат. Убери свой... Что тебе нужно? Я хочу... Правда? И чьим... Я хочу... Моим? Нет. Я потратил несколько лет на его обучение, а потом этот идиот взял и отравился. Иди лучше попросись в уч... Что мне нужно? Ох, я не вынесу, если еще один дилетант окажется на... В алхимии используется множество трав. Вероятно, о половине этих трав ты... Вот это список сам. Принеси мне одно растение каждого вида. И возможно... Ях. Ты пришел получить... Хм. Что касается моего... Покажи. Мы... Зачем? Да. У тебя всего лишь... Добро пожаловать в мою лавку, чужеземец. Я Боспер. Я делаю луки и торгую шкурами. Что привело тебя? Мне нужно попасть. Где живут паладины? Тебе нужно быть уважаемым гражданином или хотя бы иметь прилив. А чужаку вроде... Я слышал, что у тебя что-то украли. Кто сказал тебе это? Вероятно, Барток, да? Но если я доберусь до этого ублюдка... Я отлучился из своей лавки всего на минуту. А когда... Я тут же позвал стражу, но этот подонок побежал. Я спустил на них всех собак с бестолочь. Готов поклясться, что мой лук все еще находится где-то в городе. Когда я доберусь... Покажи. Я ищу работу. Мне не помешал бы новый ученик. Последний, что у меня был, бросил свою работу пару дней назад. Ты что-нибудь знаешь об... Ну... Я мог бы научить тебя. Я буду хорошо платить тебе за каждую... Я хочу стать твоим учеником. Прежде чем взять тебя к себе, я должен сначала понять...
годен ли ты вообще хоть на что-то? Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Я научу тебя снимать шкуры с животных, и ты принесешь мне, скажем, полдюжины в... Тогда я пойму, если только у тебя не уйдет на это целая вечность, и если шкуры будут... Научи меня снимать шкуру. Да у тебя... Покажи... Новый... Как он сказал в последнее время, если тебе это действительно интересно, ты можешь спросить его об этом сам. Его зовут Барток. Он вернулся, пройди через подземный проход у кузницы и... Я прежде... Остается только ждать. Это плохой бизнес. И он решил встать между двумя братьями, чтобы погасить этот конфликт. Но у него ничего не вышло. Но там, где стоял Аданос, находилось место... Как тебе? Что тебе еще? Все будет только хуже. Кто это сказал?
об этом знают. Я слышала, кто-то должен делать. Правда, ох, интересно. Я ей больше ничего не скажу. Я ей больше ничего не скажу. И ты так, Мари, а... Научи меня снимать шкуры с животных. Хорошо. Слушай, это довольно просто. Берешь острый нож и разрезаешь брюхо животного. Затем делаешь несколько небольших... Принеси... Знал, что это будет проблемой. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Он сам бы никогда не хотел. У меня собственное мнение о том, что нужно. Он был доволен всеми существами в равной степени. Вот так велик был мне. Эй, ты! Как дела? Ты ведь не здешний, да? Ничего. А откуда ты пришел? Из леса. Я там охотился на падальщ, но я бросил это занятие. Где мне найти других охотников? Здесь, в городе. Ты их точно... А остальные же ушли. Его называют... Что же, юноша, попробуй быть... Поверь мне, у тех... ну не знаю. Думаю, вначале тебе стоит попробовать. А в этих тряпках, что на тебе, и никто из них даже... Я знаю только одно такое место. Правда, для того, чтобы он тебе их дал, просто так и неизвестно. А как поступишь в ученики, считай, что доспехи у тебя. Так что... Да. Баспер говорит, что ты работал на него. Да, было дело. Но его интересовали. Я говорил ему, как опасно стало охотиться. Правда, платил он хорошо. Грех жаловаться. Ты можешь рассказать? Кто-то вломился в его лавку, схватил лук и был таков. Воры наглеют прямо на... Ты можешь... Я могу научить тебя красться. А где ты? Это очень необычная история. Несколько дней назад не спал. Я... Почему? Вдвоем охотиться не так опасно. Это точно. А что ты знаешь? Я имею в виду... Да. Хорошо. Я хочу получить 50 за... Это будет честно. Вот. Слушайте, жители Хариниса, пойдем, по прямому указанию достопочтимого лорда Хагена, сегодня вступает в силу следующий декрет. Во всех городах и провинциях королевства объявляется военное положение. Все гражданские судьи должны сложить свои обязанности и передать их королевским паладинам. И он попросил Иноса оставить часть своей силы в этом... Не нужно верить всему, что говорят. В наши дни даже и не знаешь, кому верить. Это было так, как ты сказал. Thank you.
Хорошо. Получай, грязная тварь! Получай, грязная тварь! Здесь для меня слишком... Орк прямо... Еще увидим, ты можешь про...
Насчет волчьих шкур. Я принес их, вот. Отлично, я с год. Тебе что скажешь? Разве это не лучше, чем корпеть над мечами день напролет или наполнять? Эй, ты! Что ты хочешь? Я принес... Покажи. Да уж, суровые то были времена. Я не думал, что тебе удастся это. Я поражен. Могу я... Ты хороший человек. Я дам тебе... Брайан еще поработает. И как я это сделаю? Алхимик Константин. А что касается Торбе, а мне вот на... Но не важно, ч... Я хочу... Гарат считает, что Орбен дает тебе свое благословение. Константина говорит, что ты можешь стать... Матео говорит, что ты стоишь столько же, сколько... Это означает, что ты можешь начать работать... Я готов стать твоим учеником. Ты не пожалеешь об этом. Думаю, мы сработаемся. Ах да, и чуть не забыл. Вот. И этот лук. И чтобы ты мог им правильно пользоваться... Я принес... А, отличная работа. Заходи ко мне еще. Что должен... Это просто. Приноси мне все шкуры. Я дам тебе за них более высокую цену. Ну, а в остальное время тебе не обязательно появляться. А где я буду... У меня здесь нет места для тебя, но ты всегда...
Покажи. Пришел на... И как я это сделаю? Тебе нужно. У меня все. Было Белиаром уничтожен. Могу я выпить здесь? Если у тебя есть деньги, ты здесь можешь даже поесть. Как идут дела? А, не спрашивай. На висельной площади по приказу лорда ко мне практически никто не заходит. Ну, кроме... А что с ними не так? Некоторые из этих франтов ужасно действуют на нервы. Взять хотя бы Валентин. Но клиентов мне выбирать не приходится. Все, что мне удалось скопить, у меня... А что там насчет Валентина? Он богат до неприличия, и ему не приходится работать. И он рассказывает, хочешь ты его слушать или нет. Он пьет как конь и всегда остается до самого утра. А потом, Шат, так происходит каждый... Тебя ограбили? Да, некоторое время назад. Тем вечером было довольно людно, и я только и делал, что разные... От стойки я надолго не отлучался, но этим подонкам хватило и небольшого времени. Я рассказал о краже ополчению, но они, конечно же, никого не нашли. Что ты знаешь о пропавших людях? Я слышал, что многие из них пропали в районе порта. Неудивительно, если учитывать, что там творится. Пропал даже ученик плотника Торбена из нижней части города. Хакон, один из рыночных торговцев. Он говорил, что каждый день он встречал одного парня, а потом тот словно из... Горожане начинают жизнь в Хоринсе. Те, кто не остается в городе, рано или поздно... Покажи. Видел, что сделал Белиар. И он тоже спустился на землю и выбрал человека. И Инос заговорил с ним, и человек стал его подданным. И Инос дал ему часть своей божественной силы, чтобы тот мог противостоять деяниям Белиара. Конечно, нет ничего. Это не секрет.
ранняя пташка? Будь внимательны, помни об этом. Каковы эти олухи, но когда... С чем выбираешь, но твой про тебе... Каков сейчас рака... Как... Я не умею открывать замки отмычкой. Эй, ты! Что ты делаешь? Ты что, не... Эй! Кто ты? Это не твой главный. Эй! Что ты делаешь? Я строю корабль, потому что я хочу убраться отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Но судя по тому, как идет работа, этот корабль не... Почему ты так торопишься? Скоро придут орки и сожгут город дотла. Почему ты так? Парень, ты видишь, что паладины теперь повсюду? Я скажу тебе, они здесь, потому что скоро на нас нападут орки, а это не достанет. Могу? Да, можешь. Выяснишь. И я должен знать, где одного из этих отродий видели совсем неподалеку. Просто сообщай мне всю информацию. Я должен знать, сколько у меня... Почему? О, у нас тысячи. У меня почти не ос... Мои парни раб... Как будто... К тому же, один из моих парней... У тебя про... Да? Его звали Монти. Он как... Эта ленивая свинья, наверное, прохлаждается сейчас. Когда в... Первый раз он не потрудился прийти на работу 2 дня назад. Я слышу... О чем я и говорю? Плохие времена нас, рыбак Фарим, рассказывал мне похож. Я уверен, что за... Где мне найти этого Фарима? Он рыбак. Что? Посмотрим, что будет дальше. Никто ничему не учится. Я бы не доверял тому, кто тебе это сказал. Я даже не сказал. Это именно так, как я сказал.
Если он этого не видит, я ничем не могу помочь. В чем дело? А правда ж? Я слышал об этом, но я не уверен, что это правда. Оглядись вокруг. Неужели ты хочешь? Неудивительно, что ты... Меня зовут Ибрагим. Я рисую карты и продаю так, как ты недавно здесь. Возможно, тебе это очень недорого и очень полезно. Покажи. Заходи попозже. Эй! Привет, сухопутная крыса. У тебя жабры, как... Не бери в голову, парень. Все, что тебе нужно. Что ты делаешь здесь? Тогда я бы... Нам... Некоторые проблемы решаются сами собой. Ты плохо. Я сам не лучше. Это именно так, как я сказал. Я всегда... Но настаивал, что... Эй, ты! У меня есть для тебя новость. Тот парень, что недавно устроился работать на ферме Лабарта, но он так же, как и ты, не знает, где находится руда. Как? Они с Алифом нашли одну пещеру, в которой и решили закопать руду. Снайпс остался снаружи, а когда барьер рухнул, вход в пещеру завалило камнями. А Снайпса шарахнуло по голове камнем, и он отключился. Он быстренько смылся из долины. А что стало с Алифом и Рудой, он не... Да. Снайпс указал... Хорошо. Держи меня в... Насчет того по... Да. Я тут поговорил с ним, и он пообещал, чтобы... Что же... Думаю, что мне вполне бы могли, но для начала, давай обговорим. Думаю, что 10 золотых... Не п... Вот и от... Наведывайся-ка. Да и вот, ты ее честно зараб... Но ты ведь уже... Да... Ты сказал... Конечно. Я... Ты... Ты... Покажи.